Сегодня посетители главного парка города Горячий Ключ в Краснодарском крае, когда пришли на прогулку, заметили, что все изменилось. Курорт облюбовали неожиданные гости. Сразу полсотни лебедей высадились минувшей ночью на берегу городского озера. Служители парка это событие уже назвали «птичий десант». Зимующие птицы в Горячем Ключе не редкость, но до сих пор они не прилетали сразу в таком количестве. Орнитологи в замешательстве, а местные жители уверены, что причина такому вниманию – знаменитые термальные воды, которые привлекают не только туристов, но и птиц.